Мы вот сами отремонтировали свой подъезд, площадку свою, соседи. То есть этим мы, то есть мы проявляем инициативу и делаем все для себя. Тут, как говорится, место для людей, но каждый человек должен делать что-то сам. Нет, к сожалению. К сожалению, да, к сожалению. Убирать парты. К сожалению. Нет. В группе написали там парни, что типа вот так и так завтра там по городу, типа, субботник, и будем убирать. Ну вот так. Ну еще, что было? Как останавливали, скажите, проголосовать, это на сайте есть, на госсовете, отдать свой голос за там, друг просил возле дома площадку там типа поставить, нужны были. На Садовой останавливали за там женщины, парк, что хотят сделать на Садовой, какой-то общественный, там не помню такой. Ну это как бы маленькое, но что-то. Раньше участвовала, сейчас сама в своих проектах. Лежу для себя, для своих детей. 3 недели назад мы возили, получается, игрушки в детский дом. Получается, у меня знакомая, которая помогла мне тоже собрать, там друзей, с которыми мы собрались, и отвезли вот так вот игрушки. Помощь, в принципе, деткам, которые типа, не имеют своего, так скажем, возможности. А вот когда начинались у нас помощь армии, когда армия у нас была совсем беспомощна, скажем, там ни одета, ни обута, я перечисляла и давала просто личные средства. Ну, у нас есть... скажем так, в планах військової частини раз в год закреплена территория, проводятся, конечно, уборки. Детские дома, да, мы относим вещи с нашего ребенка, мы относим вещи в детский дом.